Так, 24 у нас, да, по-моему, сегодня. Сентября 2021 год, Харьков, 4.12 по Киеву. Неожиданное окно образовалось у нас. Уже почти недельной сплошной облачности. Пользуюсь этим снимком хотя бы луну. Тем более там на линии терминатора такие красоты. И рельефности. Все, не трогаю. Штатив. Хотел я посмотреть заодно на галактику Андромеды. Ну, во-первых, сниму я посреди города. Соответственно, загрязнение световое весьма обильное. А во-вторых, то, что исчезла сплошная облачность, не значит, что исчезли облака как таковые. Дымка все-таки весьма существенная есть. Я едва Кассиопею нашел, какие-то уже Андромеды. Колоритный рельеф. Полнолуние прозевали. Опять же, в связи со сплошной облачностью. Ну что погода дает, то и снимаю. Особых вариантов тут нет. Так, сейчас. Пройдусь, наверное, по линии терминатора. Чем же заняться перед сменой, как не созерцанием луны? Хорошо. К
сожалению, труба зовет и... Нужно дуть на производство. Пускай вот это и будет последняя камера. Так. 4.18 по Киеву, Харькова. 24 сентября 2021 год.